Снова здравствуйте, уважаемые зрители. Мы снова находимся на строительной площадке. Снова канал «Совалмаш». Опять Александр Сударев. И опять у нас разгрузка. Разгрузка и поднятие, ну и подъем оборудования, вентиляционного оборудования на третий этаж будущего ПКТБ. Ну, собственно, что у нас здесь происходит? Год ближется к своему логическому завершению. Сделано было достаточно много. Опять же, повторюсь, он еще не совсем кончился, но вот давайте мы с вами немного подумаем, поразмыслим. Ведь для того, чтобы получить высокие результаты деятельности, хорошую эффективность труда и так далее, нужно провести ряд достаточно большого количества подготовительных работ. И вот все то, что вы видите сейчас, тот темп предновогодней суеты, который задали наши строители с доставкой, принятием оборудования, его размещением, это плоды работы, которые были достигнуты не то, что в течение года, а еще даже они начались задолго до этого, потому что была разработана предпроектная документация, был составлен проект. Были получены все необходимые разрешения на проведение строительных работ, а это соответствующее прохождение всех экспертиз и так далее, так далее, так далее. Работала даже не команда, работали коллективы, команды разных предприятий, разных компаний, разрешительных организаций и так далее. И вот все то, что мы с вами сейчас наблюдаем, это плод взаимодействия огромного количества людей, объединенных одной целью. Это система. И вот именно благодаря этому, благодаря слаженной работе, благодаря хорошему планированию, благодаря тому, что люди идейные, они все готовы работать на результат, вот рождается наш с вами будущий ПКТБ. И вот это вентиляционное оборудование говорит о том, насколько серьезно продумано здание. Потому что уже в предыдущих наших видеороликах мы рассказывали, Дмитрий Александрович тоже об этом упоминал, что система отопление здесь будет не такая, как многие привыкли видеть. Не будет вот батареи, не будет этих радиаторов, будут воздуховоды, каналы, будет нагрев, утилизация лишнего тепла, рекуперация тепла, будут стоять фильтры антиаллергенные и так далее, так далее, так далее. И все это позволяет подготовить мало того, что комфортные условия труда, современные, отвечающие всем требованиям и так далее, но тем не менее это все позволит повысить качество той продукции, которая здесь будет выполняться, производиться. И если мы говорим о новых технологиях, о сложных технологических процессах, вот такой подход позволяет именно и работать с этими технологиями. Ведь в гараже, на коленке, на автоматизированных мощностях, на старых технологиях невозможно добиться той точности, обеспечение тех условий, которые необходимы для работы сложного метрологического оборудования, сложного производственного оборудования и так далее. И вот все это сейчас на наших с вами глазах растет и множится. Поэтому все же, наверное, в этом видеоролике я вас поздравляю с наступающим Новым годом, но мы с вами еще не прощаемся в этом году. Будьте на связи, внимательно следите за нашими социальными сетями, подписывайтесь на канал на YouTube, подписывайтесь в Instagram-канал «Совалмаш». Вот везде, где найдете нас, везде подписывайтесь и будьте в курсе самых последних новостей. С наступающим Новым годом, хорошего вам настроения, готовьтесь. И не пропустите вебинар, который будет, передачу «Экспертное время», которая будет у нас с вами в четверг в 14:00 по московскому времени. До новых встреч!